Нарушенное ураганом электроснабжение в районах Брянской области восстановлено. Сейчас спасатели бригады энергетиков объезжают окраины Брянска, выявляют, возможно, обрывы электролиний частным домам. Особенно сложная ситуация была в городе Почеп. Именно на него пришелся основной удар стихии. Там сильнейший ветер сорвал несколько кровель с частных домов и вывески магазинов. Несколько деревьев упали на припаркованные автомобили, машины получили повреждения, однако помощь спасателей в этих случаях не потребовалась. На территории Почепского района в результате сильного порывистого ветра произошло обрушение деревьев, которые повлекли обрывом линии электропередач, а также падение на жилой сектор и многоквартирные многоэтажные дома. Незамедлительно к месту чрезвычайной ситуации прибыло подразделение Брянского пожарно-спасательного центра, а также прибыла аэромобильная группировка в составе специализированной пожарно-спасательной части города Брянск. Произведены работы по расчистке деревьев, также были организованы восстановительные работы крови. Отключение электроснабжения не повлияло на работу социально значимых объектов. В больницах сразу автоматически запустились источники резервного питания. От урагана никто не пострадал.